Того, что почему раньше, да, опять же, до 90-х годов, грубо говоря, да, до перестройки, почему много было всего русского вообще, в принципе. Раньше, во-первых, государство поддерживало все, весь кинематограф, да, и в том числе мультики. Мультики были шикарные. Того времени, на мой взгляд, они были даже лучше, по-моему, где-то и голливудских мультиков. Но вот с конца 90-х, да, с начала 90-х годов, видно, занавесь вот это приоткрылась, да. Раньше просто постоянно, ну, была занавесь, да, за границей, и мы жили в своем миру. И поэтому было больше своего национального, поэтому было больше мультиков, больше как-то все было, все, ну, предоставлялись по своему менталитету. А сейчас, видно, вот с 90-х годов, когда занавес открылся, естественно, да, началось Голливуд появляться, там Том и Джерри, то, хотя Том и Джерри и в то время всегда были популярны. Но мне кажется, что со временем просто, из-за того, то, что занавес открылась, и люди стали больше видеть всего, и уже появился выбор некий, и конкуренция началась большая, мировая. Потому что, ну, Америка, понятно, она всегда была, в принципе, ведущая, да, во всем. Что в музыке, что в спорте. Одна из, так скажем, да, ну, в музыке уж точно. Ну и по мультикам, по фильмам тоже, поэтому с ними сложновато спорить. Наверное, из-за этого, мне кажется. Причина в этом.